С 1 января 2023 года увеличен размер прожиточного минимума. В нашем регионе он составляет 14 375 рублей. Соответствующее постановление правительства Тюменской области действует до конца года. По сравнению с 2022 годом величина прожиточного минимума для разных категорий населения увеличилась на более чем 3%. Так, для трудоспособных граждан теперь это 15 669 рублей. Для пенсионеров 12 363. На ребенка 14 176 рублей. Прожиточный минимум используют при назначении мер соцподдержки. По этой величине устанавливаются и размеры пособий для семей с детьми, социального контракта, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.